человек-обезьяна, найденный в джунглях. Неудержимый, дикий, грациозный и невообразимо очаровательный в своем природном стремлении к свободе самовыражения. Дайте мне с ним поработать, я научу его говорить. Да, чтобы он окончательно спятил. Если он тебе так нравится, почему тебе его не усыновить? Великолепный Адриано Челентано в искрометной комедии «Бинго-бонго». Бедненький. Не надо огорчаться. 7 сентября в 15:15 в эфире ННТВ.